а попытаться повлиять на сознание людей, может быть, не всегда еще обремененных хоть каким бы то ни было жизненным опытом, очень неблагодарная задача. Очень неблагодарная цель, потому что потом, когда у них наступает разочарование, они становятся жестокими не по отношению к тем, против кого выступали, а по отношению к тем, кто внушил им не совсем праведные цели и вел не по праведному пути. И мне кажется, в этом случае ответственность мы, люди взрослые, по отношению к этим, к детям, должны чувствовать, может быть, я так говорю, потому что я учитель. Я проработал почти 30 лет в школе. И я знаю, что такое обмануть молодого человека, который, глядя на тебя, делает из тебя кумира.